теперь внимание! Полусапожки Северный Уэльс. Всего за 3999 рублей. Экономия 4400 рублей. И это сезонное предложение. Как раз в аккурат в преддверии осени. Оль, я на самом деле не верю своим ушам. 3999 рублей за полусапожки из натуральной кожи. Натуральная кожа. У нас же натуральная кожа. Ну, это, конечно, великолепно. Натуральная кожа — это всегда шикарно. Натуральная кожа — это всегда дорого. И какая вот фактура? Фактура, конечно, выделка у наших полусапожек просто прекрасная. Вот качество, оно видно вблизи. Оль, согласись. И здесь о качестве все просто кричит. Потому что вот такая фактура и выделка, она возможна именно у натуральной кожи очень дорогих и хороших производителей. Так это же еще и не все. Мало того, что натуральная кожа, мало того, что это великолепные, удобные сапоги, так еще и у нас снижена цена. Сегодня полусапожки Северный Уэльс вы получаете со скидкой в 4400, вы получаете с максимальной выгодой. Но я вот смотрю, что у нас коричневый немножко имеет другую выделку. Абсолютно верно, у нас коричневый имеет матовую выделку, а черный имеет классическую для кожи выделку и фактуру. На самом деле, Оль, вот переоценить натуральную кожу очень сложно, потому что только вещи из натуральной кожи, они сядут исключительно по вашей ноге. Они примут форму вашей ноги и будут выглядеть, как будто эта обувь была сделана по заказу индивидуально под вас. Это, конечно, возможно только с натуральной кожей, Оль. И это однозначно удачное предложение. 3999 рублей. Сколько сейчас в магазинах стоят сезонные сапоги из натуральной кожи? Из натуральной кожи от 8-9 тысяч рублей. Особенно, если они еще утепленные. А мы чуть позже покажем, что наши полусапожки еще и утепленные, поэтому ходить вы в них будете очень-очень долго, буквально до первых морозов, может быть, даже больше. Ведь белорусский бренд марка, он нас всегда балует качественными вещами. Качественные вещи, еще и модные, ну еще и действительно подходящие подо все, Оль. Вот. Ну, а наступят дожди, вот у нас буквально, я не знаю, хочется, чтобы, конечно, бабье лето побаловало нас. Давайте подготовимся. Так, давай проверять. Воду прям льешь. Причем посмотри, как эта вода сразу сходит с наших сапожек. Они водоотталкивающие, Оль. Посмотри, она просто не то что стекает, она отталкивается. Невероятно! Вы видите, что происходит? Вот что значит современное производство. Это обувь Марко, белорусский бренд, который всегда относится трепетно к нашим ножкам. И, конечно, это качество, это ГОСТы. Ну что ж, вы видели? Мы доказали. А у меня, знаешь, такой вопрос. А внутри у нас не промокли сапоги? Мы же все-таки наливали воду снаружи. Самое главное, чтобы ножки наши были сухие. Ну, давай же проведем эксперимент. Я взяла абсолютно сухую салфетку. Так. Что я вам сейчас и покажу. Салфетка абсолютно сухая. И сейчас мы ее проверим в наших ботинках. Так, давайте, нам нужно доказательство. Мы хотим, чтобы ножки оставались сухие, мы чувствовали себя в полном комфорте. Вот я прям очень глубоко ее засунула. Проверяем. Ну, она, конечно же, помялась. Так. Но осталась абсолютно сухой. Это говорит о том, что в этих сапогах нам будет сухо, комфортно и тепло. Сухая салфетка — доказательство того, что даже если мы попадем в лужу, попадем под дождь, в сапожках Северный Уэльс у нас ножки останутся абсолютно защищены. Забирайте из прямого эфира уникальный шанс на ограниченную партию, снижена цена, и цена у нас ниже, чем скидка. Такие сапоги завтра, вот возьмите просто для интереса и проверьте, зайдите к нам завтра на сайт и посмотрите. Завтра полусапоги будут стоить уже 8399 рублей. Сегодня, сейчас, в прямом эфире вы экономите максимально. Но что же мы приобретаем? Ну, не только же сапоги. Абсолютно верно. Оль, давай дальше раскрывать секреты наших полусапожек. Смотри. Во-первых, у нас, конечно же, утеплитель. Это натуральная байка. И это значит, что нашей ножке будет тепло и комфортно даже поздней-поздней осенью.
Поэтому мы можем смело в ней ходить, вот, ты знаешь, до ноября и до декабря. Делайте свой выбор в пользу натуральной кожи. Это сапожки Северный Уэльс. Забирайте утепленные из натуральной кожи бренда Марко. Делайте заказ сейчас. Это лучшая возможность порадовать свои ножки. Абсолютно верно. Это лучший способ порадовать свои ножки даже в холодную погоду. Но это не все секреты, Оль. Знаешь, очень часто в магазинах проблема с полнотой у полусапожек. Ну не можем мы их на себя посадить, и делать нечего. Я рассказываю еще один секрет, сразу показываю. У нас здесь мы можем подрезать кожу. Изнутри? Изнутри, абсолютно верно. Оль, мы подрезаем кожу, что у нас происходит? И эластичная лента, которая снаружи, освобождается. И наши полусапожки подстроятся под любую полноту, ты представляешь? Вот это да! То есть это умные, теплые, кожаные полусапожки Северный Уэльс специально для вас. Вообще это совершенно невероятно, Оль, особенно с учетом того, что мы все-таки говорим о полусапожках из натуральной кожи. Цена, ну, я таких не видела. В магазине как минимум в 2 раза больше стоят, но они при этом без утеплителя, конечно же, нет полноты, ну, восьмерка, Оль. Восьмерка. Да. В магазинах все на 6-ке заканчивается. Ну и, конечно же, у нас еще и вот подстройка по полноте голени. Вот этого я практически вообще не встречала. И это точно. Если вы уже сбились с ног в поисках комфортной, удобной, элегантной кожаной обуви, мы ее для вас нашли. Итак, в коричневом цвете у нас как выделка называется? У нас эта выделка, знаешь, вот она называется, это матовая, но вот похоже чем-то на нубук. А черный у нас как? Черный – это классическая абсолютно выделка фактуры кожи. И все натуральное, я еще раз подчеркиваю. Смотрите, какие строчки, Наташа, я любуюсь. Строчки абсолютно ровные. Строчка, строчка, стежок к стежку. Причем смотри, какой у нас здесь интересный выбор, да? Строчка потоньше, следом идет как украшение, пошире строчка. Абсолютно верно. Ноль, но мы же говорим с тобой о великолепном качестве белорусского бренда Марко. У них очень дорогое оборудование на самом деле. Вот на среднем оборудовании таких строчек идеальных на обуви не сделаешь. А что у нас с подошвой? Кстати, вот какая здесь у нас толщина подошвы? Если мы все-таки будем носить в морозы до 15 градусов холода, не будет промерзать подошва? Оль, смотри, у нас, во-первых, подошва прикреплена литьевым методом. И это значит, что у нас абсолютно герметичные наши сапожки. Она буквально впечатана вверх нашей обуви. Это значит, что мы не промокнем, и это также значит, что подошва, первое, очень легкая, второе, невероятно прочная, и третье, она будет сохранять нам тепло. И это самое главное, ножки в тепле, и сегодня уникальный шанс сапожки Северный Уэльс забрать и сэкономить. Вы экономите больше 50%. Экономия сейчас максимально. Забирайте, у нас размеры до 42-го. Как берем размер? Мы берем размер в размер. Ведь это белорусский бренд Марко. По ГОСТу выполняются все абсолютно этапы производства обуви. Здесь у нас и удобная колодка. Колодка вообще, кстати, замечательная. У меня, кстати, ботинки есть от бренда Марко. Я заказывала в прошлом году. Носила их вообще с таким удовольствием. Просто не ощущала на своих ножках. Если вы уже хоть раз пробовали, вы понимаете, что такое бренд Марко. Если нет, попробуйте. Начните знакомство с телеканалом Shop & Show и с брендом Марко.